На очередном заседании антинаркотической комиссии был определен круг наиболее важных вопросов, нуждающихся в совместном решении. Об итогах мониторинга наркоситуации и исполнении программных мероприятий на территории района присутствующим доложила секретарь антинаркотической комиссии Анжела Гумова. С информацией о результатах деятельности образовательных учреждений по профилактике наркомании выступила начальник управления образования Асиат Берзегова. Ею было отмечено, что управление на регулярной основе реализует информационно-просветительскую работу, а также проводит мероприятия по правовой пропаганде, вопросам предупреждения и пресечения правонарушений среди несовершеннолетних. Участникам комиссии было рекомендовано в период летних каникул усилить работу по популяризации здорового образа жизни в молодежной среде, а также разнообразить методы досуговой деятельности учреждений культуры и организаций, занимающихся отдыхом детей. Все мероприятия по профилактике наркомании на территории муниципалитета осуществляются в рамках реализации комплексной программы муниципального образования Кашхабльский район по противодействию и злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.